В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. З миром, любов'ю та благодаттю ми починаємо цю музичну годину, нову годину у нашому житті. І запрошуємо усіх разом і кожного окремо до знайомства та спілкування із нашим гостем. Сьогодні у нас у студії служитель Києво-Святошинської церкви Іванівських християн-баптистів Володимир Євгенійович Сопріко. Доброго дня. Доброго дня. Все ли я правильно сказала? Вірно. Ну, еще раз вам здравствуйте. И скажите, как настроение, как внутреннее состояние? Готовы ли к общению во славу Божью? Слава Богу. Я всегда готов. Всегда готов. Это отлично. Вот, Владимир Евгеньевич, как вы думаете, кто за последние несколько дней думал о вас больше всех? Какие у вас есть предположения? Больше всех думал обо мне Господь. Так. Потому что написано в 2 Паралипоменон такие слова, что Бог осматривает землю и помогает тем, у кого сердце больше всего предано Господу. Вот. Ну и я думаю, что это хорошие слова для утешения всех верующих, которые верят в Иисуса Христа. Да, здорово, это прекрасные слова. Но еще и я о вас думала. Знаете, вот я вам расскажу немножечко вот так занавес нашей работы, раскрою. Вот когда ведущий видит, что на его день, на его смену припадает такой-то и такой-то гость, мы, соответственно, пытаемся найти информацию. Если это музыкант, мы знакомимся с его произведениями. Если это служитель Божий, слушаем, на какие темы он проповедует. Вот... Ища информацию о вас, я поняла, что вы не совсем публичный человек. Но кое-что-то я накопала. Оказывается, вы очень богатый человек. Очень богатый. Но не спешите судить. Богатый чем? У вас прекрасная семья. Я наткнулась на вашу семейную фотографию. И со стороны, вот так, знаете, посмотришь, и вот видно дружба и единство. Может быть, нелегко было, но у вас прекрасные дети, и у вас уже сколько внуков? 7. Это чудесно, слава Богу. Вот давайте мы с детей и начнем с вами, если можно. Вот дети, школьники после лета приходят в школу, и, соответственно, у них, да, наверное, и вы помните со школьных годов своих. Приходишь, и как вы лето провели? Нарисуйте, напишите произведение. А вот что для вас было лето 2015? Или можем взять еще более глубже? Может, за последнее время что-то такое произошло? Может, и не совсем хорошее, но прославился Господь. Я, знаете, с юношеских лет, когда я только женился, и мы с супругой уже прожили 45 лет, еще немножко будем праздновать золотую свадьбу. На протяжении этих всех лет я взял себе принцип, что самое дорогое в этой жизни — это общение со своей семьей. Я стараюсь больше времени проводить со своими дочерями, со своими внуками, внучками, потому что все то, что Бог нам допустил в этой земной жизни, это самое дорогое — это общение. Общение со своими близкими. Вот, ну и стараюсь, я люблю очень рыбалку, и стараюсь их брать на рыбалку с собой. И буквально недавно ездил, и у меня фотографии такие, когда мы поймали рыбу, и мой внук держит эту большую рыбу в руках, это радость для него, она так трепещет, он ее держит. Вы знаете, это эти эмоции, которые мы даем нашим детям, вот испытывать эти эмоции, когда они общаются с природой, общаться, они еще не понимают, что они общаются с Господом, с Творцом, но через эти все обстоятельства жизненные, это озеро, это природа, это вода, это рыбалка, она сближает нас, как родственные души, и сближает, конечно, с Богом, потому что написано, через рассматривание всего то, что мы видим, то проявляется Господь в этом всем. Здорово. Хорошо. А расскажите, вот вы на сегодняшний день какое служение несете? Чем в церкви занимаетесь? Знаете, у меня замечательное служение, Бог подарил мне замечательнейшее служение, хотя, может быть, некоторые поймут иначе. Я ответственный за погребальное служение в церкви. Ого! Да, вот, ну, я долго молился и говорил: Господи, ну, найди мне то служение, которое бы приносило мне радость.
вот радость, чтобы я знал, что это мое служение. Я долгие годы служил в миссии «Гедеон». Угу. Вот, ездили мы по больницам, по колледжам, университетам, институтам, дарили Евангелие, проповедовали. Но однажды так Бог смиловался и подарил мне служение в церкви. И меня призвали к этому служению, чтобы я ответственный был за погребальное служение. У нас есть небольшая командочка, знаете, как у православных, певчий и отец. Вот, ну, мы, у нас есть такая команда, которая определенные псалмы поет, и мы проводим служение погребальное. У нас в нашей церкви такая довольно-таки возраст такой пожилой церкви, угу, не молодой, потому что она одна из первых таких церквей в Киеве, в городе. Она находится на Александровской, 33, возле станции метро. Вот у нас большая церковь, у нас 1500 членов церкви, 4 хора. Вот, ну, разные служения есть, но это замечательное служение, которое я несу. У нас около 25-26 человек в год уходит в вечность к Господу. И мы вот это служение проводим, которое мне поручено. Да, вот впервые я о таком слышу, например, да. Оно во всех церквях есть, но... Не во всех. Не во всех? Не во всех церквях, хотя, ну, так... В Библии апостолы, Деяния апостола, там написано, что служение, погребальное служение проводили молодежь в основном. Mm-hmm. Молодежь. Но сейчас молодежь очень занята. Занята, знаете, институты, колледжи, и семью надо кормить, и много забот. А старики сейчас более свободные, поэтому мы возложили эту уже труд на более таких уже старых людей, которым самим надо будет скоро встретиться с Господом. Да, вот у вас служение. Слушайте, вот, а хорошо, вот когда человек пришел в церковь, и у него есть ярко выраженные дары и таланты. Вот, например, услышал кто-то, а вот этот брат или сестра, ничего, так в ноты попадают, в хор отправили, в послужение, славить Господа. А там заметили, что сестра как-то очень особенно может детям донести какую-то библейскую истину. В детское служение ее отправили. Вот приходит человек... ничего не умеет. Вот как ему определить, где его место? Что должно вот в сердце созреть? Или какие чувства должны возникнуть, чтобы человек понял, вот вы же как-то поняли, Бог как-то показал вам, что вы вот именно здесь? Я поделюсь с вами замечательным таким чувством, потому что, когда мы возрастаем в Господе, в любви Божьей, то Бог нам дает потом ощущение того пройденного жизненного опыта, который мы имеем, этот опыт. И хотелось бы передать этот опыт и другим. Я когда пришел, и первое, что надо сделать, это надо полюбить Господа. Вот всем сердцем и душой, всем разумением полюбить Господа. Когда мы полюбили Господа, то нам хочется что-то сделать для Него приятное. Как мужчина хочет своей супруге сделать приятное, и жених, невесте. Вот. И таким образом... желание появляется, что что-то сделать, что-то послужить для Господа. Но мы не знаем, какой талант и какие дары нам Бог подарил. Поэтому надо начинать с молитвы. Угу. Я начинал с молитвы, я молился, говорю: Господи, усмотри те дары, которые Ты мне подарил, потому что я знаю, что Ты подарил мне дары. И вот Бог дарует эти дары. И кому 7 талантов, кому 5 талантов, кому 1 талант. Но самое главное, чтобы мы эти таланты употребляли во славу Господа. Я вам скажу, что талантов Господь дарует каждому, ну, неограниченное количество. Неограниченное. Только надо... просить у Господа, и Он все даст. Потому что если мы просим во имя Его и для славы Его, то Он все дает. Он говорит, если вы не будете прославлять, то камни будут прославлять Господа. И я когда, знаете, я молился и говорю: Господи, ну я прошу Тебя, научи меня петь, научи меня играть на гитаре, научи меня прославлять Твое святое имя, ведь я не камень. Если Ты пообещал, что камни будут прославлять, то я уверен, что когда-то Ты и меня научишь этому действию прославления Твоего святого имени. И вы знаете, молитвы никогда не остаются без ответа. Бог подарил мне умение игры на гитаре, Бог подарил мне пение, Бог подарил мне проповедь, Бог подарил мне много-много талантов, и это все благодаря Господу нашему и Духу Святому, который трудится в каждом верующем человеке. Потому что Дух Святой пришел для чего?
Вот Иоанна 14:16 пишет, написано, чтобы утешить, наставить, напомнить, научить и прославить Господа. Поэтому вот эти дары, которые Бог нам дарует, Он дарует нам для прославления нашего Господа Иисуса Христа. И все, что не попросите, да, во имя Мое, все получите. Но многие люди думают, что мы просить будем что-то, ну, исцеление физического, каких-то материальных благ, чего-нибудь. Воля Божия неограниченная возможность. Если Он захочет, Он и это подарит. Но самое главное, что Он хочет, чтобы мы были употребляемы для славы Господа, для славы нашего Иисуса Христа. Для этого Ты, Дух Святой, сошел на эту землю и поселился в нашем сердце для прославления Господа нашего. Тогда получается, что люди, вот допустим, я себя приведу в пример, сегодня беру на себя все, подвергая себя опасности, если я, например, пришла в церковь, нет, не так, если я пришла и с кем-то в церковь, да, вот двое человек покаялось, сегодня приняли Господа Спасителем своим. И вот через время возникает в сердце желание служить, да, я хочу идти в послушание, мое послушание будет выражаться вот в служении, но вот тот, с кем я пришла, начинает с маленького. Он еще не разобрал, где его дары и таланты. Он, может быть, там взял веник и начинает после служения пол подметать. А вот я смотрю дальше. Вот мне хочется руки возложить, и чтобы у человека ноги выросли. Да? Вот не хочу я заметать, не буду. Мне хочется чего-то большого. И вот мы только что с вами сказали о том, что для славы Божьей, не для того, чтобы показать могущество, силу, а в первую очередь любовь. И если во мне есть эта любовь, то я могу начать заметать или мыть полы, да, или туалеты мыть. То есть я подвергаю себя опасности, если у меня такие мысли, да? Да, я думаю, что на этот вопрос хорошо ответил Иоанн Креститель. Он когда, знаете, начал свое служение, то его, знаете, кульминацией, его слова были такие, что он говорит: «Мне должно умаляться, а ему расти». Вы знаете, когда мы верим в Иисуса Христа, в Его вот это воскресение, эту жизнь, которую имеет Иисус Христос, это жизнь, которая тебя возрождает, это благодать, которая вселяется в тебя, и она побуждает твое сердце трудиться, прославлять Господа и делать то, что желает Дух Святой, то, знаете, гордость человеческая навсегда присуща. Гордость человеческой присущей. Хочется, конечно, проповедовать, хочется быть значимым человеком и в церкви, и в обществе где-то, чтобы тебя видели, чтобы тебя замечали, чтобы тебя, ну, хвалили. Но я вам скажу, что это очень опасное такое момент, желание, потому что через это лукавый всегда желает человека сбить со самого главного служения. Потому что Господь говорит: ты делай так, чтобы никто не знал. Потому что делает твоя рука. Да, ты делай так, чтобы это прославлялось Божье имя. И не кричи нигде, что я вот делал то-то, то-то. Вот я там пожертвовал, я там спел, я там проповедовал. Этого не угодно Господу в жизни христианина. Христианин должен своей жизнью прославлять Господа. Жизнью, в первую очередь, жизнью. Ну, написано, что если мы устами исповедуем Иисуса Христа Господом, своим устами, а сердцем верим, что Бог воскресил его из мертвых, то спасемся. Потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению. Вот такие простые вещи, которые учит нас Господь в Слове Своем и через Библию, они нас, ну, просто дают нам силы. Как раз время сделать несколько музыкальных минут, и после того, как мы опять вернемся к нашему общению, вы подумайте, пожалуйста, вспомните вот встречу, ну, наверное, с вашей женой, которая уже 45 лет вместе, вы с Валентиной, вы помните первую встречу, помните? Да, помните. Это замечательно. А мы с вами пообщаемся о вашей первой встрече, личной встрече со Христом после песни «Я дякую тобі». Я дякую тобі за твою любов, якою подолав ти гріх. Твоя святая кров за нас пролита з ран твоїх. Тільки у Христі ціль життя мого,
шлях важкий пройти по милості Його, подолати гріх, тягти земних доріг. Тільки у Христі ціль життя мого, шлях важкий пройти по милості Його, подолати гріх, тягти земних доріг. З тобою не страшна життєва заметіль, з тобою подолаю все, бо тільки у тобі є сила і життя моє. Ціль життя мого, шлях важкий пройти по милості Його, подолати гріх, тягти земних доріг. Тільки у Христі ціль життя мого, шлях важкий пройти по милості Його, подолати гріх, тягти земних доріг. Дай сили нам завжди за тобою йти у вічний край святих доріг, щоби з тобою ми війшли на вік в небесний дім. Тільки у Христі ціль життя мого, шлях важкий пройти по милості Його, подолати гріх, тягти земних доріг. Шлях важкий пройти по милості Його, подолати гріх, тягти земних доріг. Ми повертаємося до нашої студії. І ще раз кажу, що сьогодні у нас у гостях служитель церкви Києво-Святошинської церкви Івановських християн-баптистів Володимир Євгенійович Супріко. Володимир Євгенійович, давайте вот о этой встрече, о личной встрече с Господом Иисусом Христом. Как это у вас произошло? Знаете, моя мама, она с детства, с самого малочку была верующая. У нее папа был православный священник, и она впитала в себя эту веру в Иисуса Христа с малочку. В 33-м году, когда была большая голодовка, мама моя, мы киевляне, и коренные киевляне, наши корни здесь, в Киеве, и мама, по милости Божией, осталась живая, хотя ее хотели, пустить на колбасу в то время, в 33-м году, голод был большой. Бог помиловал ее, и таким образом она выжила, хоть тяжело было очень все, и в 50-х годах она приобрела в Эспидолу такое радио. Я почему? Вот благодарю Господа, что есть радио, такое, как ваше радио, светлое радио, потому что через это радио многие-многие люди могут услышать о любви Божией, многие люди могут познать эту любовь Божию, и многие люди даже могут во время служения радио этого покаяться. Это замечательное служение, ваше служение. И она также сама услышала трансмировое радио, которое в то время транслировалось еще с Канады. Тогда еще и Водневский, и Винс, и все эти замечательные наши братья проповедовали. Она услышала и уверовала через это радио. Она стала молиться и говорить: «Господи, я прошу Тебя, познакомь меня с этими людьми, которые так искренне любят Иисуса Христа».
И вы знаете, Бог подарил ей встречу, она встретилась с верующими и стала верить уже в живого Бога. За это ее в православные отлучили от церкви, предали ей анафеме, предали. Но это самое главное, что она в вечности с Господом, с нашим. И вот через эту маму, мама приходила ко мне и ложила все время Библию на стол и говорила: «Вова, вот здесь жизнь вечная. Вова, вот здесь жизнь вечная. Не стремись к тому, что ты стараешься». Я был успешный, у меня были и деньги, и успех, и финансовый был. Все было, знаете, в жизни. Но мама всегда приходила и говорила: «Вот здесь жизнь». Я пытался маму, знаете, с мамой так как-то: «Мама, что ты меня учишь? Что ты мне лапшу вешаешь? Мама», и так далее, и так далее. Она плакала всегда, слезы на глазах. Я говорила: «Мам, я за тебя молюсь и хочу увидеть при жизни моей спасение твое». И вы знаете, она молилась, молилась, молилась. И вот, так немножко. Однажды она прибегает к моей супруге Валечке и говорит: «Валя, мне сон приснился. Такой сон приснился, что в наш двор упал такой сосуд глиняный и такой ярко-ярко светящийся. Я подбежала, а этот сосуд такой чистый, чистый, чистый. У нас кто-то во дворе покается». Мама, никто не думал, что я покаюсь, конечно, никто не думал, потому что я уже на протяжении там почти года ходил, изучал Библию и старался, изучая эту Библию, старался маме доказать, что Бога нет, что мама наша не права. Но по мере того, чем я больше читал Библию, тем больше что-то происходило в моем сердце. Чем больше я читал, тем больше мое сердце становилось, расплавлялось. И вот однажды мамочка моя, мудрость маме дал, Бог мудрость. Мама говорила: «Вова, у нас в Киево-Святошинской церкви высокие такие ступенечки, заходите в зал». Она говорила: «Мне так тяжело, заведи меня в церковь». И я ее под ручки заведу, она: «Посади меня здесь», я посажу. «Вова, в 12 часов у нас заканчивается служение, зайди за мной, забрать меня». И как я не зайду в 12 часов, я всегда попадал на призыв к покаянию. И это так было, так, знаете, вот как-то вот всегда приходил и призывали к покаянию. Я говорил: «Мама, я больше заходить не буду, потому что как не приду, всегда к покаянию призывают». Она так молилась за меня. И вот однажды я раньше 12 часов пришел в собрание, и проповедовал один молодой человек. Ему 18 лет, но он проповедовал, я как сейчас помню, проповедь «Адам, где ты?». И он так проповедовал, что спрятался Адам, и когда Бог пришел и хотел пообщаться со своим творением, со своим дитем, а он спрятался в этих в кустах, побоялся. Меня как проникло это слово. Я, знаете, я не помню, как я встал, я не помню, как я шел, но я помню прекрасно, что меня успокоить не могли, я так плакал. Я одно только плакал и просил: «Господи, прости меня. Господи, прости меня, грешника». Я так, вот так сокрушилось мое сердце. Сокрушилось мое сердце, я пришел, и мама так плачет, смотрит на меня, плачет, плачет. А я говорю: «Мам, я прошу тебя, ты только не говори Вале, что я покаялся, потому что я не знаю, как еще будет». Она: «Хорошо». Проходит месяц, Валя прибегает к маме и говорит: «Мама, вы что, затащили его уже в свою секту?» А мамочка так говорит: «А что, уже видно?» Так с такой радостью. Да. Она говорит: «Конечно, видно. Он же уже совсем другим стал». А мама моя говорит: «Так вот и ты иди, потому что у нас такой хор большой, и хористок красивых столько много». Она: «Какие хористки? Вот я пойду и посмотрю». И начала ходить в наше собрание, и тоже покаялась, и мы вместе принимали крещение. И вот мы вместе уже почти 20 лет служим Господу в Киево-Святошинской церкви. Поем вместе в хоре, поем вместе на погребальном служении, поем вместе на инвентационных служениях, поем вместе, куда нас только не пригласят, мы везде служим Господу. Вот. Чудный наш Бог, да, прекрасный Бог. Как вы дальше познавали любовь Отца? Вот эта проповедь была, да? «Адам, где ты?» Да. «Адам в это время, его творение прячется в кусты». Да. Но он нашел вас, да? И у вас начали строиться с Богом отношения. Как вот в дальнейшем выражалась Божья любовь? Наверное же, были и какие-то препятствия жизненные. Наверное, как и у всех. Вот, допустим, сегодняшний день, да?
Вот кто-то думает, считает свои там гривночка да гривночки и не знает, пшеничную кашу купить. Или, может быть, кусочек там еще чего-то можно, может, сыра кусочек. А кто-то хоронит сына, который в АТО погиб, да? А кто-то из христиан узнает, что у него рак, да? Но мы верим в Божью любовь. Вот аминь. Давайте вы вот своей жизнью, если можно, подтвердите. Да, бывает. Но Божья любовь есть. Бог живой, и Он что-то хочет. Если в нашей жизни что-то вот так происходит ужасное, значит, что-то хорошее приходит аминь. В нашу жизнь. Знаете, как многие говорят, думают так, что вот покаялся человек, и свершилось, что-то произошло. Да, произошло. Радуются небеса, радуется церковь, родился новый человек, этот маленький человек родился в руках Божьих, Бог его водит, Бог его кормит, поет, учит его ходить, учит его ложку держать, Бог учит его, своей любовью учит. Поэтому, когда человек только кается, у него, как правило, все идет гладко. Все идет гладко, потому что Иисус Христос его несет на руках. Он не дает ему опуститься, чтобы почувствовал где-то, может быть, неудобства какие-то. И это, знаете, вот это чувство радости покаяния, чувство радости общения со Христом и членства в церкви, оно первое, самое первое приятное чувство, которое Бог дарует. Потом Бог начинает понемножечку отпускать со своих рук, начинает ставить на ножки. И начинаешь, прошел пару шажков, упал, ударился, шишку набил. Где-то, может быть, и синяк какой-то, и где-то какие-то неудобства жизненные происходят. Но Бог никогда не выпускает нас из своей руки любви. Вы знаете, когда Бог, как любящий отец, Он нас отпускает немножко, и все время держит свои руки. Подстраховка. Да. Как только мы падаем, он раз, руки, мы опять его в любви, опять в руке. Поэтому, когда мы начинаем читать Библию, когда мы начинаем познавать его истину, а написано, что познайте истину, и истина сделает вас свободной. Свободной от греха, свободной от каких-то материальных зависимостей. Потому что ты начинаешь понимать, что самое главное – это жизнь. После смерти, после этой жизни земной наступит вечная жизнь, которой не будет конца. И вот эта любовь по отношению к Богу, она производит удивительное состояние души человека. И все, что Бог допускает в нашей жизни, то в Римлянам 8 глава 28-29 стих написано: «Любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу». И самое главное, чтобы мы полюбили нашего Господа. Полюбили всем сердцем, всем душой, всем разумением нашим. Тогда, когда мы любим Бога, то написано так: «Все возможно любящим Господа». Все возможно. И Бог допускает в нашей жизни обстоятельства, безусловно, обстоятельства для нашего роста, для нашего духовного роста. Если не будет Бог с нами трудиться, то мы и не будем расти. Но как трудиться? Как трудится Господь? Многие желают, чтобы Бог трудился только лишь положительными эмоциями. Конечно. Хочется, чтобы быть успешным, чтобы деньги были, чтобы машины крутые были, чтобы дом был хороший, чтобы жена, дети успешные. Хочется так. Но Бог знает, как трудиться с нами. Знает. Потому что написано: тяжело богатому войти в Царство Небесное. Да, тяжело. И он спрашивает: а кто же может спастись? Он говорит: человеку это невозможно, Богу все возможно. Поэтому, когда мы понимаем, что все, что в нашей жизни происходит, все, что происходит, все содействует нашему благу. И, знаете, в нашей жизни много разных ситуаций, болезней, разных испытаний. Но если мы знаем, что каждый день, прожитый нашей жизнью, это милость Божья, это милость Божья. Не то, что я прожил благодаря тому, что я вот такой, как есть. Да, вот успешный, здоровье у меня крепкое. Вот. Это милость Божия, каждый прожитый день. Каждый прожитый день. Но я бы еще и подчеркнула, знаете, как-то в моей жизни тоже было такое обстоятельство. Заболела на три недели, ну, это тяжело, и вместе с мужем на пару. И ребенок 3-летний, который носит водичку, таблеточки вам запивать. Вот вам, родители мои дорогие. Денег нет, за квартиру платить нечем. Но самое главное, благодарение за доброе. Да, Господи, ты много доброго делал. Но за худое я тоже отблагодарю. Аминь. Да? В вашей жизни тоже такое было? Да.
И за доброе, и за худое. Да, для меня хорошим примером существует, ну вот, книга Иов. Для меня замечательным примером. Я бы хотел бы порекомендовать, и желание моего сердца, чтобы каждый христианин полюбил эту книгу Иов. Полюбил. Потому что эта книга нам дает правильное осмысление наших отношений с Господом. Это очень важно, когда мы читаем эту книгу Иов и понимаем, что когда он был успешный, когда у него все было, но Бог прикоснулся к нему рукой своей любви. И все забрал. Все забрал. Мало того, что забрал у него, он еще и допустил в его жизни такую тяжелейшую болезнь, когда все приходили, смеялись, и никто не хотел на него смотреть. А если смотрели, то смотрели с сожалением. И все упрекали и говорили: вот какой у тебя Бог. Какой у тебя Бог, если он допустил в твоей жизни вот такие испытания. А он говорил: а разве я могу его сегодня... Ну, обижать как-то, если когда мне было хорошо, я благодарил его. А сегодня мне плохо, так что я должен хулить моего Господа? И Бог ему вернул все старицей. Все вернул старицей. Поэтому вот этот пример, он побуждает наше сердце, во-первых, всегда быть благодарным Господу. Всегда. Знать о том, что любовь Божия превыше всего. Любовь Божия дает нам силу побеждать грех. Любовь Божия дает нам силу побеждать уныние, страдания, переживания. Любовь Божия превыше всего. И Христос наилучше. Вы знаете, когда мы приходим к вот этому познанию, что Христос лучше всех, то тогда и жена, дети, внуки – это хорошо, но Христос лучше всех. Это истина. И когда истина эта проникает вглубь верующего человека, то жизнь человека, ну, в корне изменяется. Владимир Евгеньевич, у нас есть звонок от нашего слушателя. Ее зовут Наталья. Здравствуйте. Добрый день. У меня как бы и вопрос, и просьба представителю Святошинской церкви. Вот интересный человек рассказывает, конечно, и церковь хвалит, и все. И, значит, как просьба и вопрос. Может ли выступающий на правах рекламы сказать адрес своей церкви? Потому что вот я позвонила на справку, и справка говорит: Святошинская церковь мы найти не можем. Где она? Вот вы можете на правах рекламы эту адрес дать своей церкви, потому что вдруг кто-то слушает, заинтересовался, а найти... Значит, Наталья, это вопрос в первую очередь к ведущей. Да, это ко мне, потому что мы не имеем права давать адреса, потому что... Допустим, пришел человек в какую-то церковь, да, мы не берем сейчас во внимание вот представителя с Киево-Святошинской церкви, где-то он там разочаровался или куда-то попал, и потом он с претензиями придет к Светлому радио, потому что Светлое радио дало адрес. Но если вы позвоните после программы, и с разрешения у нашего гостя мы предоставляем. Ну, уже адрес был сказан. Да, я тем более уже сказал адрес в самом начале. Так, мы сейчас затронули тему любви, но... Еще хотелось бы поговорить о теме наказания. Да, вот кого Бог любит, того и наказывает. Ну вот в уши врезается вот такая информация: мне ампутировали ногу, это Бог меня так наказал. Или вот у меня сейчас онко, это меня так Бог наказал. И я начинаю размышлять. У меня мой ребенок тоже не все идеально делает, но я не возьму молоток и не бью по пальцам за то, что она там что-то не так сделала. Или я не возьму нож и не отрежу руки, или еще что-то. Вот объясните, вот как вы считаете, из вашего опыта жизненного, как Бог наказывает? И как нам следует вот понимать, что такое наказание? Я так размышляю себе, что наказание и благословение, знаете, разные вещи, но они все содействуют ко благу. Человек верующий, если он что-то неправильно поступает, то Бог обязательно накажет. Но я не хочу сказать, допустим, что ампутировали ногу, как вы говорите, или же, допустим, онкозаболевание является наказанием. Потому что я вам скажу, что, может быть, даже ампутация ноги – это благословение для человека.
И то же самое раковое заболевание тоже является благословением для человека, если то он только он правильно понимает свое состояние и отношение с Господом. Вот правильно понимает. То тогда любое обстоятельство в его жизни, допустимое Господом нашим, он воспринимает как благословение. Как благословение. Но не как наказание. Потому что Бог любит всех. И любовь его безмерная. Безмерно, как вы говорите, что если я люблю своего сына, я как его наказать? То руку ему отрублю или ногу? Я могу его наказать. Но написано так, что допускаю любые обстоятельства, но никогда не могу допустить, если вы не перенесете это. Сверх меры не допускаю обстоятельства, испытания. Поэтому наш Бог любящий Бог, и мы должны просто правильно понимать его отношение по отношению к своему творению. Но и Владимир Евгеньевич, наверное, тоже много зависит действительно от человека. Вот посадить двоих, и каждый будет к своей стороне. Да? Вот у нас были гости, которые говорили, что был полный паралич, лежала в больнице женщина, Аня ее зовут, но она говорит, я знала, для чего я здесь. Приползала к кровати, другой рисовала. Ну, паралич – это человек не двигается. И как-то вот так я пыталась, я рисовала крест, объясняла как-то, говорит, я знала, для чего я там. Она не брала во внимание, о, ты Господь такой, как ты мог допустить, и так дальше. И каялись люди. Эта женщина бегает, прекрасная, красивая, исцелена. Теперь, у нас сейчас еще один вопрос от слушательницы Елены. Доброго дня. Я вас приветствую. Очень рада за наших благословенных пастырей, которые помогают нам в нашем росте духовном. Вот у меня к вам такой вопрос библейский. Есть такое место в послании к евреям, что Бог бьет всякого сына, приходящего к нему. Это первый раз, когда он приходит? Или там в течение жизни как бы Бог наблюдает, наказывает? И второй вопрос. Вот говорят... все от Господа. Вот вы сейчас затронули эту тему. Я так тоже размышляла, и учитывая вот во второзаконии, вот я предложил тебе добро и зло, благословение и проклятие, там жизнь и смерть, что ты выберешь. То я так поняла, что добро и благословение и жизнь – это как закон духа жизни, закон духа и жизни, а вот все остальное, там, зло, смерть и проклятие, то это, когда открылся закон греха и смерти, когда Адам согрешил, то я теперь стала думать, что не все бывает от Бога, потому что и написано же, что не давайте место дьяволу. То есть получается, что если проблема у человека, все равно Бог все контролирует, или мы можем сами место дьяволу давать, а думать, что это все от Господа. Потому что иногда такие обстоятельства, и думаешь, Бог, ты же любящий Бог. Я бы, вот как говорит ведущая наша благословенная, я бы такого своему ребенку, даже написано, что мы злые родители, и то хотим добро делать. Вот такие два вопроса. Ответьте, пожалуйста. Да, спасибо, Елена. Вот по поводу первого «бьет». Тут же надо весь контекст, наверное, читать о том, мы любим, не любим, а то, что мы люди вырвали из контекста. Да. Нам надо все перечитать сейчас, или вы можете ответить? Знаете, сложно, надо почитать, чтобы мы могли вникнуть в это все. Но вот в общем, в общей черте этих всех вопросов, я хотел бы сказать так, что вот апостол Иуда, он в своем одном послании, которое он написал всем верующим и церкви своей, он пишет так, что возрастайте в любви к Богу. Возрастайте в любви к Богу. И возрастая в любви к Богу, мы имеем удивительные возможности правильно понимать отношение Богу, Божьей любви по отношению к своему творению. И когда мы говорим, что Бог нас бьет, я вам скажу, что вот вы правильно сказали, что второзаконие, замечательные там написанные слова, но это, знаете, книга Ветхого Завета, но мы живем по благодати, по милости Божией, которая явилась как кульминация благодати Иисуса Христа. Сегодня благодать дает нам, совершать удивительные дела. Если благодать живет в нас, мы и все, что бы ни происходило в нашей жизни, мы все принимаем с радостью. С радостью. Написано «радуйтесь», еще раз говорю «радуйтесь», непрестанно радуйтесь. Почему радуйтесь?
Потому что лукавый хочет нас всегда ввести в состояние удручения, в состояние сомнения, уныния и каких-то переживаний. Но Иисус Христос, Он же есть жизнь. Он противоположность смерти. Смерть, грех, смерть. А воскресение – жизнь в Иисусе Христе. Почему Он и пишет: «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, и живет». Поэтому Иисус Христос есть жизнь. И если мы по благодати это понимаем, то благодать на благодать, она умножается, и мы тогда любые обстоятельства в нашей жизни, то ли это онкозаболевание, то ли это всевозможные заболевания, которые Бог допускает в нашей жизни, Он допускает с какой-то целью. Обязательно с целью. А цель, даже вот сегодня мы, я уже не хотел касаться, даже вот эти военные обстоятельства, которые сегодня у нас сложились в нашей стране, Бог допустил это. Для чего? Для того, чтобы многие могли покаяться. Богу важно, чтобы человек примирился со своим Творцом. Богу важно, чтобы через любые обстоятельства прикоснуться сердца человека и направить его взоры на вечность. На вечность, которая будет вечна, то ли с Богом, то ли вечно без Бога. Это, попытался я ответить. Спасибо. Владимир Евгеньевич, времени мало, но еще да. Есть два вопроса, которые касаются детей. Вопросы пришли нам на скайп. Так, родители спрашивают, что делать, если дети были в церкви, служили Богу, разочаровались, угу. Ушли в мир и не хотят говорить даже на эту тему и ничего да. Слушать. Вопрос номер один. И второе, как детей приучить молиться? Хорошие вопросы. Начну со второго вопроса. У меня все дети и все внуки, они первые слова не говорили «папа, мама», они говорили «аминь». Почему? Потому что человек, что больше чаще всего слышит, да. То сразу и произнесет. Если он слышит «аминь» в семье с утра до вечера, утром «аминь» молятся перед пищей, в обед молятся перед пищей, вечером молятся, пришли, кушать принимают, молятся, вечером на ночь идут, родители с детьми своими читают Библию и слышно только «аминь, аминь, аминь», то ребенок, он будет начинать с этого «аминь». Вот это первое, приучить детей своих, внуков или детей, научить их, пусть они даже еще не понимают. Моя бабушка, уже на давно вечности, когда мне было лет 5, я так помню, это было давно очень, я приходил, она стояла, иконы стояли у нее в уголочке, она стояла на коленках, а я заходил так, заглядывал вовнутрь, она повернется и «хоть сюда, вставай на коленки». Я становился, я ничего не понимал, но она говорила «становись и стой». И я смотрел на бабушку, она что-то шепчет, и я пытался подражать ей, я шептал что-то, а потом она говорила «я тебе научу молиться». Научила, и говорит «поблагодари Бога за прожитый день». И попроси его крепкого сна. Это была моя самая простая наука молиться. Потом дальше стал я больше и больше учиться молиться. Но вот эти простые истины. Дальше, на первый вопрос. Когда дети ходили, знали, служили и потом разочаровались. Вы знаете, что Слово Божье говорит, что «я рад даже и притворному исповеданию Иисуса Христа», апостол Павел говорит, даже притворному. Пусть даже они не понимают, пусть они пришли, служили. Но самое важное, когда встретился Иисус Христос с Никодимом, то помните, какой был разговор? У них такой был разговор интересный. Он говорит: «надобно родиться свыше тебе». «Надобно родиться тебе свыше». А Никодим говорит: «как мне родиться свыше? Я профессор теологии, я на доске почета вишу в институте или в колледже, там, понимаете? А ты мне говоришь, надобно родиться свыше. Я преподаю в семинарии, а ты мне говоришь, надобно родиться». Он говорит: «нет, друг мой, надо родиться от воды духа. От Иисуса Христа надо родиться». Я не хочу сказать, что те дети, которые приходили, родились, они не родились от Духа Святого. Я не знаю, только Бог знает. Только Бог знает. Но Бог, если повел их по пустыне, по этой долине смертной тени, повел их, да, то у Бога свои планы. И не надо разочаровываться, не надо расстраиваться. Пройдут они пустыню,
пройдут они все эти обстоятельства жизни, наступит время, когда они вспомнят, что родители их водили в воскресную школу, что родители водили их в церковь, что родители им преподавали Слово Божие. Но самое важное, чтобы жизнь родителей была светом. Вот это важно. Почему дети, знаете, спотыкаются, почему дети разочаровываются? Потому что они слышат одно, а видят другое. Слышат...